добрый день. Мы сегодня работаем из Петропавловска-Камчатского. И сегодня я нахожусь в торговой сети «Шамса». Рядом со мной Андрей Солоничненко, исполнительный директор сети. И сегодня мы посмотрим пару объектов данной сети. Посмотрим, как здесь развивается ритейл и какие-то особенности, надеемся, увидеть. Прямо сейчас мы находимся в том объекте, который относительно недавно появился в этом городе. Андрей, расскажите поподробнее, когда этот открылся магазин и чем он отличается от ваших других магазинов? Это последний магазин нашей сети. Он открылся в 2020 году, в период вот как раз такой пандемийного пика. Вот. Он у нас самый современный, самый такой продвинутый. Мы применили здесь очень многие такие фишечки, которые теперь тиражируем на наш ребрендируемый магазин. Ну, примерно вот так. Ну, на самом деле, мы сейчас здесь можем увидеть следующее. Прямо за нами находится кафе, которое еще не запущено. Когда вы планируете его запускать? Ну, в этом месяце. Не запустили, почему? Оно было запущено, тут же закрыто, потому что был запрет на такие вот пандемийные, и так это вот тянули. Сейчас немножко другую идею мы нашли. Это горячие бутерброды, корейская кухня. А вообще такие есть сейчас? Вот? Нет, вот сейчас нет. Это будет только здесь. То есть это новинка, которую вы хотите как раз вашим только покупателям на заказ дать? То есть это не на полку. Вы знаете, прямо здесь еще на входе, я не могу не обратить внимания, находится турнир чемпионов. Расскажите сразу вот об этой акции, геймификация, что это и как это работает в вашем магазине. Ну, если прийти в школу или в детский сад, то все обмениваются фишкой, значит работает. То есть сейчас, как давно, сколько месяцев в работе? Второй месяц. Второй месяц. Да, уже почти близится к концу. Ну, соответственно, классическая активность, когда дети имеют возможность заставить ли своих родителей прийти в магазин и заставить в итоге покупать какой-то товар больше. Почему? Потому что за какой-то товар дадут две такие карточки. Ну что ж, а сейчас я предлагаю уже идти в сам магазин. Нас там, как обычно, встречает зона фруктов и овощей. И я вам уже могу подсказать, что там много различного ассортимента, который, конечно, меня, если честно, ну, я не ожидала, что в таком количестве фруктов я увижу в таком большом количестве именно здесь, на полуострове, который достаточно тяжел по логистике. Да, очень много самолетов. Много самолетов. Предлагаю прогуляться и посмотреть уже магазин. На самом деле здесь все достаточно понятно. Классический вход в магазин, когда есть место, где мы заберем с собой тележки, да. Вижу корзинки. Все это удобно, понятно. Отдельно отмечу, что есть цветы. Пользуются спросом? Ну, я думаю, что не возили бы, если бы только списали. Но давайте вот посмотрим, на самом деле, какое изобилие продуктов именно в формате фруктов, овощей. Отдельно для себя отмечу, что, вы знаете, я ждала более дорогой цены в каких-то вещах. Какие-то вещи для меня все равно остаются, ну, с запада. То есть, как, нам, кстати, все проговорили, вот там, на западе, вот так вот, да, то есть вот, ну, как бы здесь действительно по-другому. Мы находимся в самой восточной точке сейчас нашей страны. Много продукции, вы знаете, вчера не смогла пройти мимо и купила питахайю. Очень, кстати, мне она вполне себе понравилась. И она всего лишь 100 рублей получается. Драконов плод. Фрукт. Драконов фрукт. Да, то есть получается относительно недорого. Скажите мне, пожалуйста, а вот это сейчас вот тот ассортимент, который мы здесь видим, он откуда приезжает? Как выстраивается логистика? Логистика есть с запада, но есть контейнеры, долгоиграющая продукция, есть самолетами, как вот, допустим, это, и Китай, и Россия, Владивосток и Китай. С точки зрения, вот мы сейчас уже, если посмотреть овощи, фрукты, помидоры, как получается, ну, скажем так, справляться с свежестью, да, но все-таки это непростая история, вот эти же помидоры или там огурцы, они же все, получается, прилетают самолетом. И, ну вот, скажем так, вот все-таки это вот там, условно, там раз в неделю, раз в день, как это все приезжает? Раз в неделю. Раз в неделю? Самолет раз в неделю бывает, два раза в неделю. Сколько SKU именно во фрактах овощей у вас сейчас более получается? 100. Более 100. Андрей, если говорить о доле
в товарообороте? В зависимости от магазина 8-10% товарооборота. Что больше всего любят жители Петропавловска-Камчатского? Что больше всего любят? Ну, наверное, яблоки и бананы – это пик. Желаем в покой. Хорошо, с точки зрения, ну, знаете, отдельно посмотрите, какое количество яблок здесь. Они очень разные. И, знаете, вот еще по поводу оформления скажу, что вот мне точно нравится, как вы сделали красивые такие развалы, потому что это точно привлекает внимание. И такое немножко, не знаю, как бы на огород, что ли, попали. То есть, ну, вот это такие вот интересные огороженные истории, они очень достойно выглядят и привлекают к себе внимание. Что ж, идемте дальше. Что касается такого в целом оформления, много навигации, которую, в принципе, мы видим через весь магазин сразу, это реализовывается сейчас во всех магазинах, да? Насколько вообще сейчас сложно заниматься реновацией и вот этими изменениями в магазинах? И как, ну, как у вас сейчас это происходит? Там, сколько магазинов уже поменяно? Кстати, напомните, сколько магазинов у нас сейчас в сети? 11. 11. И этого хватает? Или хотим больше? Ну, есть еще пара районов города Петропавловска-Камчатка, не охваченных. Есть крупные поселковые, скажем так. Образование, где тоже можно поставить небольшой супермаркет. И вот если возвращаться, насколько сложно заниматься сейчас реновацией, когда, ну, мы знаем, что бывают уже сейчас некоторые сложности там, с оборудованием или еще что-то. И, ну, как у вас сейчас это происходит? Оперативно, неоперативно? Ну, есть трудности, конечно. Самое главное – это финансовые трудности, которые всегда возникают у вопроса, да? Куда направить деньги? Ну, я думаю, что по 2-3 магазина в год будут... Вот этот магазин, он у вас с нуля был построен. Да. Поэтому у нас там сравнивать одно с другим. А если вот вспомните последние ваши реновации, как, насколько серьезно менялись цифры продаж в магазине после того, как проходило изменение? Ну, не знаю, 15-30% это серьезные цифры или нет? Это достаточно прилично. Наверное, да. Ну, в любом случае, это в плюс. Да. А что касается здесь, давайте мы вот попробуем посмотреть только вот именно то, что, например, может быть, в других магазинах не представлено. Я точно понимаю, что вот достаточно интересные вот такие вот арки, да. Соответственно, вот эти арки, они привлекают внимание, создают немножко такой... Ну, дизайн был в стиле таком под дерево. Да. Очень многое. В других магазинах это есть? Разные. Все по-разному. Мы решили, что вот не должен быть единый стиль. Даже где-то цветовые гаммы, другие немножко. Есть общий концепт, но отличия магазинов друг от друга. Отдельно отмечу, что по операционке мне вот в каждой из тех магазинов, я куда успела зайти, вот чисто. Кстати, отмечу, что прямо сегодня идет снег весь день, и мы вот гуляем сейчас по магазину, белый пол. Но чисто. Успеваете? Ну, это торговый центр, пока до нас дойдут, все высохнут. Ну, в то же время все равно мы понимаем, что здесь явно этим занимаются и порядком следят. Вот сейчас уже прошли мы там часть зала. Посмотрите кондитерку. Давайте мы сейчас заглянем в кондитерку. Он у вас так довольно любопытно оформлено. Любят ли здесь сладкое? Ну, я скажу, что, наверное, это одна из лидирующих групп, если объединять, да, вот всю кондитерку, это одна из лидирующих групп. Знаете, кондитерка... Высокий процент продаж. Можете, ну, там, например, там 7-8-10 у нас процентов фруктов и овощей, если мы говорим про кондитерку? Вот вместе, вместе вся кондитерка, мы как бы разделяем там мучные изделия, там, сахаристые, то вместе это, наверное, близко к 10%. Ну, мы сейчас ходим по рабочему магазину, то есть вот сейчас коллеги там наполняют, перепаковывают. Обратите внимание, какое количество различных приспособлений для того, чтобы, ну, вот лотков, да, для того, чтобы приоформить магазин. Причем, обратите здесь внимание, здесь. То есть все сделано для того, чтобы с весовыми товарами было удобно работать. Вес хорошо продается? А вот если есть какое-то вот сравнение, что вы раньше меньше с весовыми конфетами работали, а сейчас там стали больше? Или в целом у вас всегда было, ну, много весовых? Ну, на памяти этого нет. Это однозначно большая доля весовых конфет. Все поняла. Ну... Потому что, ну, 250 грамм взять, иногда это много, иногда это мало. А тут ты берешь столько, сколько тебе нужно.
пробовали вы такое делать, когда вас, я вижу, что каждый конкретно отдельный, а такое, что, например, одной категории там называли, там, не знаю, одной. Бывает и такое встречается. Угу, если конфеты одной. Но это очень сложно с точки зрения чего. Это хорошо там. Плохо с точки зрения учета. Uh-huh. Ты потом не знаешь, а какие конфеты у тебя внутри все-таки больше продаются, какие меньше. Надо идти вручную считать. Поэтому это не всегда хорошо. Ну, это же, как говорится, кто-то в такую историю уходит активно, кто-то в меньшую сторону, в другую. В каждом из магазинов у вас есть, собственно, производство. Нет, не в каждом. Нет. Вот в этом есть. И есть в головном, скажем, магазине. Самом крупном, и там больше такая уже фабрика кухни, то есть для магазина и для всех остальных. Угу. А сколько SKU сейчас производится? Более 300. Более 300 наименований. Все вместе, все СП. Хлебобулочные, мясная и кулинария. Угу. Хватает? Ну, что значит хватает? Нет предела совершенства. Что спрашивают больше всего именно из собственного производства ваши покупатели? Слушайте, наверное, во всей стране лидеры это могу перечислить. Курица, гриль, оливье, селедка под шубой, ну, наверное, дальневосточно, как по-корейски морковочка. Угу. Вот, кстати, да, это все-таки особенность уже в какой-то мере. Да, корейская кухня у нас новая. Андрей, предлагаю посмотреть повнимательнее собственное производство. На самом деле, это моя тема достаточно любимая, мы много обращаем на нее внимание. Все-таки конференция собственного производства, конкурентное преимущество торговой сети в 2023 году проходит уже в пятый раз. И у нас уже есть понимание, что в марте мы ее проведем. Так что, если вы этой темой интересуетесь, обязательно приходите. Все детали на сайте retail.ru в разделе «События» смотрите. Ну что ж, мы уже дошли до вашего такого хорошего развала. Кстати, здесь вот отдельно отмечу, что мне очень нравится, как организована история с колбасой и сыром. Очень привлекает внимание и хочется здесь задержаться. Светом поработали весьма неплохо, тоже, я так понимаю, что много уделяли этому внимания, так? Потому что вот, ну, высвечено хорошо, а здесь очень вкусно пахнет. Вот прям откровенно вкусно. И, кстати, вчера, когда мы сюда приходила, невозможно было пройти мимо. Все-таки чуть-чуть, понемножку того уже было взято, что для меня всегда радует, потому что вот этот хэштег «Путь покупателя», который там регулярно применяю в своих материалах, он здесь работал в полной мере. То есть я как покупатель, хотя в тот момент, ну, все-таки не являюсь тем человеком, который много готов купить, но все-таки пройти сложно. Что здесь такого вот, ну, может быть, несколько инновационного, хотя, может быть, и инновационного, да, вы применили для того, чтобы, ну, вот, действительно, это работало в полной мере, вот этот остров? Ну, человек покупает глазами. То есть, когда у тебя на глазах что-то делают, это вкусно пахнет, это вызывает доверие, если это делать правильно, да, не грязными руками, как говорится, и на хорошем оборудовании и так далее. Вообще, производство – это моя тоже очень любимая тема. Вот. Поэтому за последние 2 года мы добились того, что собственное производство у нас стало номер один в товарообороте. Угу. Приблизилось почти, ну почти там, буквально к 10% товарооборота. Начинали с чего? Начинали 5 лет назад с 4,5. Угу. То есть, ну там более чем 2 раза подросла, да, эта категория. А вот здесь мы видим лаваш, я вижу, что есть возможность выпекать блины. Кстати, много блинов? Очень много. Это одна из самых вот, продаваемых. У нас очень вкусные рецепты, очень вкусные блины. Ну вот блинов я еще не пробовала, но, видимо, придется попробовать. Ну вот, в принципе, мы можем сейчас пронаблюдать вот буквально очередь на приобретение готовой еды. А, кстати, вот сейчас один из вопросов, да, готовая еда начинает, вот упакованная готовая еда, она начинает, ну, скажем так, на себя часть аудитории перетягивать. Как вот, у вас как обстоит как ни парадоксально, дела? Пока не очень. У вас в меньшей, да, степени. То есть мы вот экспериментировали упакованными супами. Вот нет, вот горячий, вот берут, а вот в упакованном виде нет. Но я думаю, что это тоже нужно время. То есть мы готовы ждать, убеждать,
учить. Угу. Ну, в принципе, если вы являетесь лидером рынка, ну, по крайней мере, на своем месте, то есть это одна из задач, на самом деле, лидеров, периодически какие-то тренды, которые в других местах уже идут и явно нарастают, ну, как бы проявлять здесь. А что касается вот здесь, вот опять же, продукции, обратите внимание, какое количество изобилия, да, ну, мы еще туда к салатам подойдем. Ну, я уже про гриль услышала, что вы там активно им занимаетесь, его там много, большой ассортимент. А, кстати, вот по поводу готовой, мы как раз видим, что предупакованная у нас есть, ну, вот здесь вот, завертон. Не шаурма, а завертон. Почему такое название? Ну, Шамсамар. Сосиска. Ага, да, столько всего. Давайте, ну, вот, в принципе, в какой-то мере уже традиционно. А были ли такие вещи, которые вы верили, что они взлетят, а они не взлетели? Ну, вот, как я уже говорил, супы фасованные. То есть супы в разлив, горячие, вот в определенных точках, они идут, продаются. А вот супы так не пошли. Есть блюда, которые, ну, казалось бы, очень хорошего качества, дальневосточные. Вот мы пробовали папоротник с мясом. Парадоксально не пошел. Пришлось убрать. Ну, кстати, отдельно отмечу, вот эта вот говорящая полка, да, то есть когда мы, магазин постоянно говорит, возьми кофе с собой, возьмите с собой, вкусно как дома. Ну вот все-таки надо не забывать, что такие вещи очень хорошо привлекают внимание и стимулируют людей к тому, чтобы все-таки созреть и что-то купить. Вкусно как дома, вот готовим с любовью, все это так вот, ну все-таки заставляет захотеть, да, все-таки это купить. Вижу, что у вас так же, как и у многих, есть скидка на кулинарную. Активно пользуются? Да. Ну, скажем так, небольшой всплеск есть, если брать в общем. Кстати, есть уже в некоторых местах, мы много уже посмотрели магазинов различных, и некоторые коллеги отмечали, что, например, вот в Красноярске появилась определенная когорта покупателей, которые именно вечером приходили покупать. Я думаю, что здесь тоже так. То, что, ну, скажем так, экономный, разумный покупатель, да? Вот, ну, мы видим очень большое изобилие. Вы, у вас, ну, вот в центральной полосе, мы как раз вот если опять возвращаться к теме готовые, упакованные или не упакованные, у вас сейчас, я вижу, много оставлено под готовые салаты и все прочее. То есть вы пока не сокращаете, да, количество выложенной еды вот такого уровня? Нет. Мы еще не достигли пика. Замечательно. Ну что ж, будем радоваться и дальше, чтобы так было. Что касается мяса, да. Я это сейчас... Свинофермы местных производителей. То есть мы работаем на мясе местных производителей. Тут есть как переработанное у нас, так и, собственно говоря, от поставщика. Ну, есть, да, Мираторг. Да. Отдельно отмечу, что у нас видно через окошко, что происходит там. Может быть, не так внимательно, но то, что там чисто, это точно видно. Вообще запах здесь состоит потрясающий, потому что все, что выпечено, действительно этот аромат остается здесь. Все-таки аромамаркетинг в таком формате, когда вот непосредственно выпеченный хлеб, это всегда очень замечательно в магазине. Больной вопрос для многих – рыба. Вот я прямо даже сейчас понимаю, что витрина, в которой должна быть рыба... Да, вот только недавно была, сейчас нет. Ну, к сожалению, Камчатка хоть и рыбный край, но пока эта услуга очень мало кто из поставщиков готов предоставлять. То есть прибрежный лов вообще во всей стране у нас очень плохо развит. То есть у нас не как в Корее, там вот рыбный рынок и все прочее, да, там в Японии, в Таиланде. Нет, у нас такого нет. Шаланды полные кефали у нас не приходят. И это грустно, на самом деле, понимать, потому что все-таки рыба, да, вот белок, который из рыбы, он один из самых полезных белков животного происхождения, и получается, что именно его даже вот в рыбном крае вроде как вы не можете получать, отдать покупателю. Вот, ну, грустно, что я могу сказать, то есть замороженная рыба есть, но... Улучшилась ситуация, но пока она нестабильна. Я уже сказала о том, что здесь кухня очень вкусно пахнет, ну, здесь как раз у вас там много сосредоточено различного оборудования для того, чтобы здесь производить хлеб, а отсюда что-то в другие магазины доставляется или только здесь все подается? Да, подаётся? Здесь есть ночная смена, хлеб еще в 4 магазина сети.
Я вижу, причем с любовью, я вижу довольно интересное оборудование. Кстати, крайне редко я встречаю его. Ну, вы посмотрите, сколько здесь интересной выпечки. Сколько сейчас искаю именно в хлебе вот такой вот работы? Ну, около 60. Вместе. Обратите, кстати, внимание, наверное, я еще такого особо не видел, новинка китайская булочка. В вашем изобретении? Ну, когда-то ел, нашли в интернете вместе с рецептурой, попробовали, понравилось. Вот несколько дней как новинка. А, то есть это прям свежий-свежий? Да. Ага. То есть хорошо, когда можно таким образом даже увидеть. Довольно любопытный пример того, как доставать... Так, Андрей, помогайте. Ну, это, знаете, это вопрос привычки, я так предполагаю, потому что... На самом деле, процесс очень простой. Это вот сюда делается, отсюда забирается. Все, поняла. То есть у нас часть продукции у вас не упакованная, да, часть упакованная. Соответственно, такой вариант можно взять. Ну, пахнет вкусно, что же говорить. Все подсказано, как делать. Неупакованный хлеб, он вкуснее, чтобы он до покупателя дошел. В том виде, в котором самое приятное. А дальше уже дело покупателя упаковать его там, или тут же съесть, привезти там как. Мы находимся сейчас в хлебном отделе. Сколько товарооборот составляет именно этого отдела? Нашего около 2%. Хочу отметить, что здесь действительно очень много сделано для того, чтобы привлечь внимание к этому отделу. Ну, помимо арома, который мы уже там неоднократно упомянули, я хочу еще отметить, что из каждого угла видно вот это направление, оно просто видно. Но отмечу еще и ваши партнерские какие-то активности. Вот эко-пекарня «Вегетория». Мне очень понравилось оборудование. Вы обратите внимание, что очень технично сделан свет, и весь товар, который выложен на этом стеллаже, он замечательно виден. Да. Ключевой момент, что поставщик очень хорошо поработал со своим ассортиментом, сделал красивую выкладку, и это действительно привлекает внимание. А могли бы обозначить, хорошо продается этот товар? Ну, достаточно дорогой товар, поэтому продается, конечно, он штучно, так вот на любителя. Все-таки хлеб. Ну, как я понимаю, стабильно. Что ваш. Да, стабильно. Да, да. То есть стабильный покупатель появился, и этот покупатель регулярно приходит. Ну, то знаете, к вопросу о том, что все-таки нужно вкладываться в свой продукт и правильным образом его демонстрировать. Ну, здесь я понимаю, что много и заводского хлеба, который также воспринимается хорошо. Ну что ж, а я после хлеба сейчас предлагаю заглянуть в алкоголь. Ну, как же в эту тему обойти? Мы еще обратили внимание, аналогов здесь нет. Видите, вот батонов нет, мы делаем их. Здесь в основном хлеб черный и какие-то такие хлеба. Ну что ж, посмотрели отдел хлеба, а сейчас я приглашаю в отдел алкоголь. Ну, его точно нужно посмотреть, там есть довольно любопытные вещи. Пойдемте. Мы подошли уже к отделу алкоголь. Ну, для меня уже известная история, и очень здорово выглядят вот такие вот привлечения внимания к определенным сортам, там, видам алкоголя, виски, вермут, там, вино, коньяк, по-моему, для каждого отдела. Это только здесь реализовано или в других местах вы тоже пока пробуете? Пока только здесь. Вот вашим... Это как раз вот отличие этого магазина, потому что я говорю, что мы дизайн стараемся не очень повторять. Ну, чтобы было, скажем, понятно, что приходим в другой магазин. А что, с точки зрения вот операционной удобности, неудобности, вот такие вещи, они, ну, иногда, ну, вот в данном случае, например, там сложнее достать. Не мешают. Ну, согласитесь, что это уже по-другому выглядит и по-другому к себе внимание привлекает. Понятно, что есть некое привыкание к этому, но все равно это создает определенный образ. Ну, я считаю, что такие вещи точно стоит делать только для того, чтобы как-то отличаться. Понятно, что в каждом магазине это делать, наверное, не нужно, но вот это выглядит более такие чем достойно. Такие вещи можно тоже отнести к такому понятию, как развлекутки. Ну, да, да. Кстати, очень в свое время же Константин Мочнев, если я не ошибаюсь, «Креатив розничной торговли». Замечательная книга. Очень жаль, что на самом деле не пошел какое-то продолжение этой книги, но вот в свое время она мне тоже... Уже давно от всех этих акций ты не ждешь каких-то там супер результатов. Это скорее поддержание атмосферы и интерес к твоему магазину. А вообще вот для вас, вы давно работаете в ритейле? В этом году 30 лет. Ого. Ну, немало, наверное, было поработано.
Вот. Ну да, ну вот, вот, кстати, вот мы уже пришли, вот видно здесь коньяк, водка, то есть тоже очень интересно это выглядит. Вообще, как алкоголь, с алкоголем сейчас у вас обстоят дела с точки зрения там ассортимента? Здесь достаточно широко и много, я вижу. Ну, как мы назовем это, импортозамещение уже активно делается. Угу. Ну, буквально сегодня мы читаем, что у нас параллельный импорт алкоголя разрешен, так что думаю, что скоро недостающие бренды опять появятся. А что больше любят здесь, вот на Камчатке, вот с точки зрения ассортимента, вот что вам пришло? Крепкие приходится... напитки, все-таки это север. Ну да, культуру питья, например, вина надо очень сильно прививать. И хотя я понимаю, что в центральной полосе это уже действительно... Она здесь выросла почему-то, да. Много сейчас ассортимента. Я могу вам сказать, что вот когда смотришь на полку, вино России, вот прям вот мы можем увидеть очень большое количество и выбор широкий. Так что здесь на самом деле для требовательного покупателя точно можно что-либо найти. Ну что ж, коллеги, мы посмотрели магазин, который один из последних, который открылся в сети, и здесь 2000 квадратных метров. Сейчас мы переместимся в тот магазин, который пережил реновацию, то есть там был старый дизайн, теперь появился новый. Посмотрим, что внедрено там, какие технологии и какие усовершенствования были сделаны. Приглашаю перейти в другой магазин. Мы переместились уже в другой объект, здесь 1000 квадратных метров. Андрей, давайте чуть-чуть поделитесь особенностями именно этого магазина, как давно открыт. Открыт в 2016 году, а ребрендинг проведен весной, летом, это 2022 год в этом году. Что было сделано? Ну, во-первых, естественно, добавили, скажем так, холода, то есть добавили категорию фреш. Уменьшили сухую полку. Uh-huh. Ну, это тенденция, в общем-то, наверное, можно сказать, во всем мире. Внутренняя навигация, цветовая гамма, то есть ребрендинг, да, вот, ну, брендбук, скажем так, магазина изменен. Добавили, перенесли в начало магазина отдел овощи, фрукты и отдел готовой кулинарии на глазах у покупателя. Мы его называем шоу-рум. Наша кухня. Кофе-станция, да. Шоу-рум, ну то есть это шоу. Да, шоу еды. Вот. И внешняя навигация, опять же, в связи с тем, что город тоже предъявляет свои требования, запрещены теперь на фасадах баннера, наклейки там, и так далее. В очередной раз обращаю внимание, что ассортимент проф, ну, здесь действительно широкий. Ну, на самом деле, довольно любопытное оборудование. Ну, знаете, как, обычное вроде как, но оно действительно работает хорошо для того, чтобы этой категории невозможно было обойти мимо, да, пройти мимо нее, и все-таки действительно что-то нужно купить. Отмечу, зона свежести, слово есть, и оно очень так хорошо привлекает к себе внимание. И вот я точно сейчас хочу перейти к уже теме «бери и ешь». Готовая еда – как раз та категория, которую я очень люблю. А, кстати, вот зелень, та, которую мы сейчас вот прошли, хорошо? Есть уже местные производители. Угу. Вот в этом горшочках – это уже вот местные производители. Замечательно. Ну что ж, у нас здесь есть часть готовой еды. Вали, да, производится? Да, часть. Вы знаете, такой вот, ну... Это конкурент. А, да? А, это, кстати, да, кстати, мы были у коллег в магазине, тоже такие, очень любопытный магазин. И, ну и, соответственно, а это ваше, да? Да. Вот, сосиска с горошком. Такой простой вариант. Что тут еще? Ну, слушайте, ну, оладьи из минтая для меня тоже таким удивлением является. Кстати, очень вкусный. Да? Советую. Компоты ваши? Нет? Напитки пока не делаете. Местный производитель. Ну что ж, есть уже готовая еда. Мы уже сегодня говорили о том, что, может быть, не так, в не таком большом количестве она проявлена, она есть. И смотрите, мы уже перешли в ту часть, которая притягивает однозначно себе внимание. Здесь большой такой, вот эта, ну, станция фактически, да, готовой еды. Да. Ну, шоу, по-разному, да? Называют, мы называем, да, его шоу-рум. И, конечно же, если мы говорим про... кафе, ребят, я не могу не обратить внимание, туалет, он есть. Это, знаете, когда тысяча квадратных метров, да.
И вы смогли организовать туалет, который действительно нужен в таких магазинах. И это вот прям замечательно, приятно понимать, что есть такие примеры сейчас, потому что, ну, все-таки не хватает вот такого сервиса в наших магазинах. Это факт. Как, кстати, к этому... Он изначально был или вы его сейчас в этот раз сделали? Нет, он, скажем, здесь был изначально когда-то давно, но он был такой тайный. Ага. Надо знать. А сейчас, соответственно... Сейчас публично. Замечательно. Но это и требование, вы кафе открываете, вы должны быть, должен быть общественный туалет. А что касается, вот мы уже там, вы говорили о том, что вот этот объект, он подрос на 30% по товарообороту. Нет, в районе 20%, очень сильно подрос, скажем так, в процентном соотношении готовое наше производство полностью. То есть это более чем в два раза. Ну, мы на самом деле находимся сейчас рядом со станцией кофе. Мы видим здесь большой ассортимент выпечки, также кросс, я вижу, что предложен интересный. Кофе с собой активно пользуется? Да, достаточно. Привыкли? Да. Ну и теперь, наверное, стоит точно пройти, посмотреть более внимательно на кулинарию. Тут на самом деле много чего сделано для того, чтобы невозможно было мимо этого дела пройти. Пирожки жареные, печеные, свежая выпечка, пиццы, кулинария Бог, гриль. Сегодня мы уже здесь на самом деле пообедали, и я успела попробовать перчик. Это было вкусно. Андрей, что вам пришлось конкретно здесь сделать? То есть здесь, я так понимаю, вообще ничего раньше не было. То есть вы, ну, вот именно такого отдела нет, не существовало. Здесь была бытовая химия когда-то давно. Наше производство никогда не производило фастфуд. Никогда не производила суши, пиццу, тандыр, в данном случае пирожки жареные. И в таком количестве, скажем так, не предлагала еду, которую можно сейчас быстро съесть с пылу жару. Вот здесь мы это все реализовали. Ну, я как понимаю, что здесь уже можно сразу оплатить. И в кафе посидеть. Ну, такая, знаете, правильная точка притяжения, в которой можно короткой петлей решить все свои вопросы. Да, ну, короткой петлей – это когда мы зашли и оперативно вышли, да. То есть здесь у нас, соответственно, можно либо кофе взять, либо более серьезно уже перекусить. То есть вот эту миссию покупателя на тему готовой еды мы полностью отработали коротким заходом в магазин. Ну, действительно, мне вот давайте мы сейчас вот дальше пройдем. Я так понимаю, там готовится еще тандыр на крыльце, да? Ой, слушайте, там, наверное, одна из самых красивых картинок. Посмотрите, сейчас как раз готовится к тому, чтобы погружать в тандыр лепешки. Я так понимаю, что нам, наверное, могут даже показать, как это делается. А это, ну, получается, это электрический тандыр. Да. Ну, наверное, пока мы гуляем, будет выпечка готовиться. Спасибо большое. Пусть работает. Ну что ж, здесь мы видим дальше, как обычно, вроде как сыр, колбаса. У вас, кстати, очень много колбасы. Вот я прям обратила внимание, что такой вот широкий ассортимент. Любят покупать именно это? Я еще раз говорю, здесь севера. То есть жирная пища, крепкий алкоголь. Это более востребовано. Да, ну вот обратите внимание, на самом деле, вот линия, вот у нас здесь есть и сырокопченый отдельно вынесен, да, вот огромный, просто вот, вот называется, вот отсюда начинается, и прям вот очень много, вот посмотрите, сколько, все колбаса. Я так понимаю, что местный производитель. Местный и Владивосток. А более дальше. Есть немножко из Москвы, запада. Ну и планомерно мы опять переходим в отдел, где много готовой еды. Ну, знаете, вот, наверное, в том магазине более как-то мы вот прошлись. Вроде там по кругу так вот. Да, а здесь вот эта линейка опять позволяет показать, сколько же всего ассортимент. Ну, здесь больше, наиболее широкий ассортимент, я так понимаю. Нет, да? Там самый большой. Там самый большой? Да. Ну, вот к вопросу о том, что иногда вот за счет компактности оно немножко по-другому выглядит, да. И, знаете, вот прямо здесь, именно вот на этой точке хочу отметить следующее, что магазин действительно хорошо просматривается на свет. Вот в этой точке особенно это видно, мы в ту сторону видим практически все отделы, какие здесь есть, и в эту, да, ну вот на 1000 квадратов, в принципе, хотя это здесь помещение... Здесь акционная зона. Да,
Я хочу отметить, что это на самом деле помещение не очень простое, потому что вам пришлось очень прилично применять каких-то способов, потому что вот эти балки, которые я здесь вижу, они не позволяют иногда комфортно разместить какое-то оборудование. Вообще вот всегда вот это приземление вот приходится достаточно трудно, я так понимаю, решать. Ну, мы уже привыкли на Дальнем Востоке, потому что типовые здесь у нас никто не строит, практически. То есть каждый раз приходится очень серьезно делать доработку. Ну вот, давайте как бы лепим сами. Это ваше? Да, это наше. Это вот где в Фамилионе мы были. У нас там самолепные пельмени отдел. Ну и, кстати, заметили, в какой момент я прям сразу же так даже среагировала, потому что лепим сами, уже пройти сложно, надо как-то внимание-то обратить. О, и еще, наверное, точно про слоган «Друг семейного бюджета». Да. Это ваш постоянный слоган? Да, 2004 года. Очень так дружелюбно, правда? «Друг семейного бюджета». Вообще, вот с точки зрения реконцептов, редизайнов, вот в какой момент все-таки нужно заниматься этим, вот, на ваш взгляд? На мой взгляд, каждые 6-7 лет. 6-7 лет. Ну, как мне, ну, 5-6, 6-7, так что, ну да. Мы немножко медленнее, чем на Западе. Там они говорят каждые 5, мы говорим каждые 7. Ну, нам можно. В какой-то мере. Вы знаете, когда гуляешь, кстати, очень светлый тоже магазин получился, я понимаю, здесь уже другое свет. Если говорить про вот именно в этом магазине, вот вообще, кстати, окружение вот ваших магазинов, вот этот магазин по сравнению с тем, вот там большой торговый центр, а здесь покомпактнее центр, вот этот, вот это пространство. Если мы говорим про покупателей, вот есть ли между тем и этим магазином какие-то явные отличия, например, там что-то больше продается, что-то меньше продается? Тот магазин, это магазин крупной покупки. Здесь все-таки проездной, здесь чек гораздо меньше, но гораздо больше покупателей. Угу. Ну, кстати, этот момент мы уже отметили, потому что здесь прям откровенно больше людей. Вот. Угу. Но чек, соответственно, поменьше. Угу. А если про чек? Какой средний чек сейчас в сети? Это очень разный, зависит от магазина. Ну, как обычно, не любим этим делиться. Ну что ж, не буду вытягивать, уж как есть. Знаете, вот каждый раз, когда прогуливаешься по магазину, понимаешь, сколько требуется сил для того, чтобы его поддерживать в хорошем состоянии. Операционка наша все. Сколько вот в среднем работает персонала в этом магазине? Ну, есть списочная численность, а есть реальная. Ага. К сожалению, вот здесь нехватка персонала на данный момент 40%. Угу. Поэтому сказать, сколько сейчас точно работает, это, наверное, то может только управляющий. Угу. Ну, порядок, просто чтобы хотя бы ориентироваться, сколько вы обычно используете. Просто буквально... Смену человек 15. Угу. Вообще про персонал трудно? Трудно. Персоналом очень плохо в последнее время. Угу. Что вы делаете для того, чтобы легче было все-таки вот имеющимся количеством сотрудников, ну, скажем так, справиться и решать те задачи, которые позволяют магазину оставаться чистым, аккуратным, в порядке? Ну, это разные методы. В первую очередь автоматизация, помощь при ревизиях, при приемках. Вот сейчас у нас кассы самообслуживания, это количество персонала надо меньше, правильно? Это очень помогает. Кстати, по поводу обучения. Есть что сказать на тему обучения? У вас есть свои... Как у вас обычно обучаются сотрудники? Просто... На местах. Просто... Низовые сотрудники на местах. Угу. Мы сейчас, когда говорили про текущий магазин, вот, ну, 15 человек, но у вас же все-таки есть офис. Это есть. Смена. Да, смена. Да, я понимаю. Да, 15... Вот есть офис. Есть. Если мы говорим про текучку, условно, вот в офисе, подолгу люди работают? Как у вас сейчас? Ну, в офисе, конечно, получше. Так как вы уже заикнулись на тему самообслуживания, вообще технологии, да, автоматизации, я предлагаю, наверное, перейти к вашей быстрой кассе. Прямо там написано «быстрая касса, касса самообслуживания». Посмотреть, как там устроено. Вообще, как давно стали внедрять кассы самообслуживания? Угу. Если мне не ошибаюсь, начало 2020 года. То есть 2 года. Ну, в принципе, в тот момент у многих открылась эта потребность. Мы открывали вот наш головной магазин и, собственно, вот новый, в котором мы были. Угу. А вот в этом магазине и еще в трех мы ставили уже в прошлом году. Угу. Как воспринялось это покупателями?
достаточно положительно. Ну, таких вот, скажем, эксцессов, каких-то там трудностей больших не возникло, и сейчас это очень популярно. И нас это очень спасает в период особенно нехватки персонала. Хочу уточнить, а правильно понимаешь, что вы одни из первых вообще попробовали поставить кассовый сокрушник? Здесь больше никого нет. А, то есть вы единственные. То есть вы фактически несете на себя миссию приучения людей к новым технологиям. Понятно. Ну, на самом деле, для нас это, ну, кто с Запада, это привычное оборудование. Мы действительно им пользуемся очень активно. С точки зрения, ну, вот если вы сейчас вот как-то сравниваете через обычные кассы и вот через кассы самообслуживания, как вы можете сравнить, сколько процентов покупок уже совершается через кассы самообслуживания? Есть ли такая у вас цифра? Около 40. Около 40%. В тех магазинах, где это есть. Ну, насколько я знаю, все, что свыше 20, это уже очень хороший показатель. У вас, если 40, так вообще замечательно. Понятно. Кстати, здесь уже можно отметить, что Новый год здесь пришел. Начинает приходить, мы начинаем выкладку Нового года. Вообще, ну, новогодние продажи, вот впереди они вас ожидают. Мы, надо понимать, ну, вот прямо сейчас, это вот начало ноября. Как у вас обычно Новый год? Вот сейчас у вас туристический трафик начал проявляться. И насколько вы заметили, что туристы, например, начинают как-то изменять вам, ну, там, корзину, покупки, что-то еще. Я не увидела, например, здесь вообще туристических товаров, да, то есть вот ни в одном из магазинов. Вы как-то вообще на туристов начинаете ориентироваться? А что вы имеете в виду под туристическими товарами? Ну, например, там, туристические, в смысле, связанные, ну, не знаю, сувенирка, там такого плана. Нет, ну для этого достаточно магазинов, где это все продается. У нас есть ряд магазинов, которые на трафике туризма. Да? В данном случае вот данный магазин, он тоже на таком же трафике, потому что вокруг еще много гостиниц как раз в летний сезон, вот, до сентября. Он имеет такой прирост выручки именно за счет туристов. Достаточно прилично. Есть магазины, которые находятся в туристических зонах, ну это в селах там, ну и так далее. Но вы как-то это явно чувствуете за последнее время или... Ну, да, явно чувствую. И как-то специально делаете что-то еще, чтобы вот, не знаю, такую узнаваемость, что ли, дополнительно? Ну, я каждый раз, вы знаете... Нет, на самом деле это такой момент, что если создается какой-то новый трафик, которого ранее, например, не было, да, то его можно усилить привлечением к себе. Хотя, кстати, я здесь отмечу, что вчера я, когда прилетела с самолета, я, в принципе, то слово «Шамса» увидела в аэропорту, потому что я увидела буквально там торговый центр «Шамса», то есть он как бы звучит, но в данном случае это просто вот именно адрес. Вот. Но именно такой вот какой-то серьезной рекламы я не увидела на ходе. Вообще про рекламу. Мало рекламы я видела в целом. То есть я вижу очень много названий, но вот самой рекламы. Вообще, как вы относитесь к рекламе внешней, вот билборды и все прочее, делаете, не делаете в своей, вот, какую-то активную рекламу сети? Делаем. А что обычно? Это акционные вещи или там собственное производство? Конечно, это акции, это собственное производство рекламируем. Это основные такие вот трафикообразующие. Да. Вот, ну, смотрите, что так, сейчас... Да. Так же, как все, наверное, уходим в онлайн. А, кстати, онлайн-магазин? В данный момент мы сотрудничаем со Сбермаркетом. Мы трижды пытались... Не хватает пока, скажем так, покупателей для онлайн-магазина Камчатки. Маленький все-таки регион, малый процент людей, которые, ну, скажем так, сильно так занят, что вот готов покупать онлайн, ему привозили. Но ценность времени здесь немножко другая. Да, и мы сотрудничаем сейчас со Сбермаркетом. Поняла. Про лояльность. Карта лояльности у вас, я увидела, да. Есть. Какой процент покупателей пользуется картой? Больше 70. Больше 70. Это скидка или это персонализированная? Это персонализированная, но мы еще не перешли на персональные предложения, персональные скидки. В связи с тем, что вот был период и пандемии, скажем так, предпочтения покупателей менялись, поэтому мы пока на это не перешли. Но я думаю, что в следующем году мы начнем работать с персональными предложениями, с бальной системой. На данный момент это скидки по двойной цене вот, и набор статистики. Ну, понятно, что... Ну, и участие это... вот всех этих акций, которые у нас проходят, в том числе вот те же... Вот,
да, стикера, которые, да, сейчас мы собираем, это тоже только при наличии карты лояльности. Ну, то есть геймификация работает только если вы являетесь клиентом. Поняла. А, ну, по большому счету, большую часть, как основную информацию мы сейчас по магазину уже посмотрели. Да, всего два магазина, но они позволяют как бы понять, куда вы движетесь. А если говорить про некое будущее, вот вы как исполнительный директор, как человек, который там, ну, как бы драйвит сейчас изменения, в том числе в этой сети, что бы вам очень хотелось еще там изменить или там какие-то некие планы обозначить, что предполагается? Ну, провести ребрендинг всех магазинов. То есть, и, наверное, закрыть те районы, которые у нас, мы еще не присутствуем. Угу. Есть еще немного, но есть. Ну, то есть, как бы несколько магазинов добавить к текущим магазинам хотелось бы. Ну, я так понимаю, что у вас еще история про фабрику кухни, потому что, собственно, производство... Да, 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 мы его расширяем, сейчас будем расширять фабрику кухни. Ну что ж, таким образом, еще один магазин мы посмотрели в рамках экспедиции ритейл, и вы можете внимательно смотреть по хэштегу ритейл экспедиция, экспедиция ритейла на нашем сайте retail.ru, а смотрите все это на YouTube-канале также. Следите за видео, следите за теми материалами, которые мы создаем, читайте, изучайте, просвещайте, делитесь. Всего доброго!